что ты там нашла? Ой, ребята, привет! Привет, ребята! Всем привет! Во что же мы сегодня поиграем? Бона, ну что там у тебя? Ой, что это? Какой необычный предмет! Похоже на яйцо! Кажется, оно шевелится! Но кто же там может быть? И что мы будем с ним делать? Может, оно не шевелится, а дрожит? Может быть, ему стало холодно? Бона, давай ты его будешь греть! Гав-гав, давайте! Всем привет! 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 Друзья, вы случайно ничего не теряли? Нет, вроде бы ничего не теряли. Это случайно не ваше? Нет, не наше, но это похоже на яйцо динозавра. Откуда же оно тут взялось? Ох, гав-гав, я уже так устал его греть. Оно такое большое, ой, и шевелится. Ну тогда отдохни пока. Ой, привет, динозавр. А почему ты плачешь? Я потерял яйцо, а из него вот-вот должен вылупиться мой детеныш. Ой, да не переживай. Мы только что нашли твое яйцо. Вот оно. Бона, где яйцо? Ты же его стригла. Как? Ну, я отвернулся посмотреть на динозавра, то, что он пришел. Поворачиваюсь, а яйцо бац и исчезло. Нам его не найти. Не волнуйся, мы сейчас что-нибудь придумаем. Бона, ищи, бери след. Так, посторонись. Там что-то есть. Так, я пошла за Боной. Бона, я сейчас тебе помогу. Фух. Монстры? Эй, ребята, зачем вам яйцо? Ой, да оно такое просто интересное, такое необычное. Мы просто взяли его посмотреть. А разве вы не знаете, что чужие вещи нельзя брать без спроса? Мое яйцо! Мое яйцо! Динозаврик, ну не плачь. Все хорошо. Видишь, динозаврик плачет. Это его яйцо. Динозаврик, не плачь. Вот твое яйцо. Прости нас, пожалуйста, что мы его взяли. Мы больше так не будем. Ура, мое яичко! Спасибо, друзья, за то, что помогли мне отыскать моего детеныша. Да не за что, динозаврик. Гав-гав, мы были рады тебе помочь. Ура! Как хорошо, что все отлично закончилось. С вами была царевна Бона и я. Всем пока-пока!